привет, с вами, как всегда, магазин Модерн. Продолжаем о громких новинках 2020 года. Сегодня с поступлением новых и довольно мощных сабовых динамиков от компании Avatar. Серия называется SST-312, это 12-дюймовые сабовые динамики, и также приехали на сюда SST-315, это 15-дюймовые сабовые динамики. Особенность данных сабовых динамиков составляет то, что у них уже идет мощность номинальная 1000 Вт, а максимал 2000 Вт. Вот 12-дюймовый сабовый динамик SST-312. Выглядит он вот таким вот образом. Кстати, сразу забегая вперед, отмечу, что приходят они вот в таких вот коробках. Довольно-таки хорошо упакованный, так что забудьте его заказывать, он до вас, скорее всего, доедет. В комплекте есть обязательная инструкция и фирменная наклейка «Аватар». Вот. А теперь о самом сабовом динамике. Он довольно губастый. Значит, подвес у него выполнен из пенополиуретана. Диффузор также целлюлозобумажный. Мощная корзина. Магнит феррит с продуманным охлаждением. Значит, корзина у него алюминиевая. Что отметить, да, подводящие провода в классическом виде и стиле. Ну, как, в принципе, у многих аватаров. Кстати, они омедненные, если что. Хорошие зажимные терминалы у данного сабового динамика. Что отметить, да, само по себе мы видим новое интересное у него, так называемая шайба. Если вот внимательно приблизить, мы видим, да, с покрытием, либо это такая вот прошивка идет. Мы еще такого не видели. Значит, это новое, интересное. Кстати, друзья, забегая вперед, скажу, что звуковая катушка у данных сабовых уже динамиков 3 дюйма. Для аватара это, конечно, круто. Что бы хотелось отметить, резонансная частота у него составляет 38 Гц. Добротность идет 0,5. Что еще хотелось бы отметить по таким вот характеристикам? Ну и чувствительность 87 дБ. Данный сабовый динамик станет мощным конкурентом такому сабовому динамику, как Dynamic State. Если вы помните, есть такая у него модель PSV-302. Давайте поставим его рядом. Да, он выше. Но по характеристикам, скажем, Tele Small, они очень схожи. Да? Здесь на самом деле разница по большей части в том, что у него XMAX меньше. Да? То есть у аватара XMAX в одну сторону составляет 15 мм, у Dynamic State же составляет 14 мм. Ну и, соответственно, резонансная частота. Здесь, как я сказал, 38 Гц, а здесь будет составлять 32 Гц. В остальном они очень схожи, данные сабовые динамики. Ну и, соответственно, самое главное, друзья, цена. Цена аватара, друзья, внимание, 7600 рублей. И делает его, в принципе, самым доступным сабовым динамиком в номинале 1000 Вт. Dynamic State же вам обойдется дороже, где-то 8200 рублей, имейте в виду. Что же он будет отыгрывать? Скорее всего, аватар будет хорошо отыгрывать все жанры музыки, как и клубняк, так же и нигеров. Будет являться довольно-таки универсальным сабовым динамиком. Давайте перейдем к пятнашке. Друзья, ну и теперь вкратце о сабовом динамике 15-дюймовом под названием SST-312. 15-й. Выглядит он вот таким вот образом. Значит, номинальная мощность у него такая же. 1 кВт. Сопротивление катушек поставляется в двух видах они. То есть 1,8 плюс 1,8. Также 3,6 плюс 3,6. Все та же самая корзина. Такой же мощный магнит. Такие же подводящие провода. Вот как и в предыдущем. Кстати, сабовом динамике шайба. Вот интересно. Здесь, кстати, ее будет видно получше. Серега, засвети, освети. Что у них новая идет шайба. Интересная сама по себе. Друзья, резонансная частота уже у данного сабового динамика составляет 36 Гц, а добротность 0,6, XMAX в одну сторону составляет 15 мм. Также сабовый динамик отлично отыграет все жанры музыки, также можно и под нигеров запилить, если вы угадаете с коробом. Цена его составляет сабового динамика 8800 рублей. Также его делает самым доступным среди 15-дюймовых сабовых динамиков с номинальной мощностью 1 кВт. Ну и ближайший его родственник и конкурент — это также Dynamic State PSV-402, да, как мы видим. Основная разница у них составляет в том, что у них также разный XMAX, да, то есть у аватара он составляет 15 мм, у Dynamic State он составляет 14 мм. Ну и резонансная частота здесь 36, здесь 32. Кстати, чувствительность у них одинаковая, 88 дБ. Ну и Dynamic State, друзья, вам обойдется подороже. Он будет стоить примерно 9500 рублей.
Вот. В общем, интересные новые сабвы динамики от компании Avatar. Не пропустите новинку. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего дня и настроения. Всем пока.